Расход тепла в своем доме жители многоэтажки на Карла Маркса контролируют сами. Для этого заменили все оборудование в теплоузле на более современное, автоматизированное, что позволило значительно сэкономить на платежах. После того, как мы внедрили автоматизацию теплоузла, у нас сокращение расходов относительно прошлого года составило в гигакалориях до 30% и в денежном выражении до 25-26%. Компенсировать до 80% расходов на ремонт жители смогут, приняв участие в программе повышения энергоэффективности. Самарская область стала пилотным регионом для реализации этой программы. Если раньше подать заявку на участие было проблематично, теперь процедуру значительно упростили. Мы просто хотим показать, что если начать работать вот без этих всех бюрократических проблем, действительно мы сможем этот процесс запустить. Мы будем помогать людям просчитывать потенциал энергоэффективности на домах и советовать, какие мероприятия здесь лучше сделать. У нас, ну, все это мы будем делать, естественно, совершенно бесплатно. У нас работает Центр поддержки энергоэффективности многоквартирных домов, ЖКХ «Контроль». Мы приложим все необходимые усилия, выстроим взаимодействие и с фондом реформирования ЖКХ, с нашими активными гражданами, с управляющими компаниями, с ТСЖ, которые готовы включиться в эту работу. Мы поможем необходимыми расчетами, с подготовкой документов, организуем рабочую группу, чтобы это взаимодействие было системным, и чтобы мы смогли помочь желающим активным гражданам, кто хочет улучшить свои жилищные условия. Важно, что на материальную компенсацию за ремонт теплоузла, кровли или утепление фасада смогут рассчитывать только те дома, где средства на ремонт жители копят на своем отдельном счете, а не вносят взносы в фонд капремонта. По программе на один дом можно получить до 5 миллионов рублей. Заявки принимают в Самарском региональном центре ЖКХ «Контроль». Все те дома, которые имеют спецсчета, могут выходить на нас. Мы будем формировать эту базу желающих и дальше запускать этот проект. Подробная информация о правилах подачи заявок и об условиях участия в программе можно найти на сайте ЖКХ «Контроль», либо обратиться в региональный центр по телефону 260-37-19. Лариса Шлафаст, Сергей Баскин, Максим Гусев. События.